Мы нашли в Ереване уникального мужчину, любящего детей, кошек и готового к серьезным отношениям. А ведь он еще и поет. Чудо, а не парень. Милые дамы, специально для вас наша специальная рубрика «Холостяки». Небо над землей цветными красками. А вы пока посмотрите, а я пока Анастасии попою. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Мне 33 года, я по гороскопу Дева. Я родился и вырос в Ереване. Закончил консерваторию по специальности я оперный певец. Моя работа – это моя музыка. Прямо сейчас готовится новая песня на русском языке. Люблю путешествовать, это мое слабое место. Хотя бы раз в год я обязательно должен выйти из страны, потому что без этого я задыхаюсь. Хобби – это машины, я обожаю их, с детства еще обожал. У меня и мечта есть иметь большой гараж, где мои машины будут стоять рядышком. Я не спешу жениться, потому что я это не сделаю для галочки. Не могу сказать, верю ли я в любовь с первого взгляда, потому что со мной этого не случилось никогда. Женат я не был, и я надеюсь, детей нету. Но очень хочется детей, уже реально тот возраст, когда задумываешься. Для меня жена должна немножко быть стервой. Я люблю актрису Шарлиз Терон. Она для меня и стервозная, и женственная, и сексуальная, и не знаю. Для меня она какая-то идеальная женщина. Я не люблю высоких девушек, они меня нервируют немножко. Я готов уже к серьезным отношениям, я хочу этого. А то приходишь, даже кошки нету, которая будет встречать тебя. Любимая, я жду тебя и надеюсь, после этой программы ты найдешь меня.